Друзья, привет! Добро пожаловать на наш канал, или добро пожаловать назад на наш канал. Если вдруг вы не видели начало наших роликов о том, как мы делаем свою собственную перцеп-каплю, то начало будет вот здесь где-то, наш плейлист. Так вот, сегодня у меня прекрасный соведущий, это наш сынок Макси, который, в общем, участвует тоже в нашем создании будущего нашего прицепа. Надеюсь, ты мне сегодня поможешь, да? Ну так вот, как вы можете заметить, ребенок 2 лет вполне себе помещается в наш ящик кухонный верхний и себе прекрасно там себя чувствует, сидит, как видите, ничего никуда не проваливается, нигде не отваливается, в общем, все надежно прикреплено. Сегодня вообще у нас будет видео такое немного промежуточное, что мы уже сделали на сегодняшний день. Расскажу вам сегодня, как мы вот эту всю конструкцию, о которой я говорила в прошлом видео, привинтили к нашему прицепу. И еще про некоторые тоже штучки-дрючки вам сегодня поведаю, покажу дверки и немножко поговорим о том, что у нас будет внутри прицепа, и даже покажем вам, как там внутри сегодня уже все выглядит, потому что мы... Ну так, немножко пробно, как видите, положили уже сверху фанерку, как будто уже раз и крыша. На самом деле там все на скотче держится, но уже зато можно заметить, как, чего будет дальше. Давайте смотреть. Ну так вот, начинаем, опять возвращаемся, точнее, не начинаем, а уже возвращаемся к нашим дверкам. Вот так они в реальности будут выглядеть, все еще будет эпоксидом покрыто. Наши китайские друзья прислали нам чудесные замочки, сейчас я вам покажу. Такие немножко корабельные. Это, ну, еще только вариант. Мы не знаем еще, действительно ли эти замочки мы прикрутим к нашему прицепу, потому что мы еще никуда не пробовали их вставлять и не пробовали, насколько хорошо они будут, собственно, держать двери. Потому что, разумеется, самая важная часть замка это в том, чтобы он прочно держал дверь во время хода прицепа, чтобы наши все вилки и ложки не оказались на какой-нибудь проселочной дороге неожиданно. Вот так выглядит эта история. Вот такая крепежка сзади, вот еще вот эта штучка. И спереди вот такой замочек, который вот вы за него тянете. Вот здесь ездит собачка. И вот такой для яхт, как было написано на сайте, на котором мы купили, в общем, этот замок. Этот он рассчитан. Но как на самом деле он работает, мы не знаем. А сейчас, после того, как мы один раз уже попали с клеем, на котором было написано, что он клеит при 5 градусах, на самом деле он ничего не склеил. И в результате мы лишились спальни, как вы можете заметить. И нам пришлось весь прицеп перетащить в помещение, чтобы, в общем, клеилось. С тех пор мы проверяем все, что, в общем, к нам попадает в руки. И поэтому, скорее всего, замочки мы тоже будем сначала тестировать. Но, тем не менее, вот так красиво они выглядят, такие блестященькие, и вот так, ну как-то вот так, приблизительно чик, и будет замочек. Или такое, или, может быть, если он нас не устроит, будет какое-то другое, если что, потом покажем. Но пока основной вариант вот этот. Следующим, значит, номером нашей программы на сегодня будет вот эта штуковина. Это, нет, не коромысло, хотя, в общем-то, наверное, было бы так неплохо, да? Но нет, это деталь двери, которая склеена из 4, вот как вы видите, из 4 обычных тоненьких реечек на самый простой клей для дерева. Мы ее склеивали, сейчас расскажу технологию, вообще тоже очень интересная, ну, наверное, как все у нас. И это та лодочка, которая провезет нас просто через океан боли, который нас ожидал бы, если бы мы ее не сделали для крышки, ну, как бы задней двери до нашего прицепа. Она вообще идет вот сюда. Так, чик, вот как вы можете видеть, но покажу вот здесь, вот будет крышка, да, и вот, ну как бы хоп, открыли, хоп, закрыли, да. Вот, вон там вы можете видеть вторую нашу эту штуку, собственно, в процессе ее склеивания. Как видите, куча струбцин и всего прочего. В общем, изначально эти рейки, которые мы купили, мы в ванне вымачиваем. Они там купаются в тепленькой водичке, все дела, прям спа-салон для дерева. Для того, чтобы расслабить давление в дереве, да, когда вы его сгинаете, потому что эти рейки абсолютно как бы прямые, разумеется, когда вы их купили. И когда вы начинаете их склеивать, соответственно, сгибать, а дерево, разумеется, в обратную сторону выгибается. Для того, чтобы этого не, ну, как бы не случалось, мы дерево замачиваем, чтобы оно стало более пористым, более эластичным, потом в влажном состоянии накладываем его на наш прицеп, прикручиваем струбцинами, ждем, пока оно высыхает, оно принимает нужную нам форму, и потом мы уже его склеиваем, опять
приматываем струбцинами, прижимаем, и после этого оно уже принимает вот такую очень-очень прочную форму. То есть, ну, все помнят историю про веник и пруктики, да, что один можно сломать, да, а если их куча, то, в общем, в общей массе вы их не переломите. И вот это действительно очень прочно. Вот мы и внутри. Конечно же, крыша у нас еще держится на скотче и двух гвоздиках, но уже можно заметить, как, в общем, в реальности будет, какой объем нашего прицепа будет внутри. На самом деле, я в прицепе стоять в рост не могу, то есть вот реально его высота будет, у меня рост 1,62 м, и, то есть, вы видите, я не могу распрямиться. Чтобы, в общем, снимать, я стою в дырке в полу, которая будет будущим нашим рундуком. Но, на самом деле, мы изначально не планировали стоять в прицепе для того, чтобы, в общем, здесь что-то готовить или еще что-то делать. Это, ну, не нужно, потому что у нас нет внутри кухни. И, собственно, здесь мы будем только спать или хранить вещи, там, переодеваться или читать книжку вечером. А, в принципе, для этого достаточно много пространства внутри, без того, чтобы здесь стоять. Как вы можете видеть, что вот они, наши прекрасные чудесные ящики, о которых я вам раньше рассказывала. Оказалось, что они достаточно объемные. На самом деле, я думала, что они будут меньше. Но в них входит уйма вещей. И на самом деле на 4 человек, ну, то есть у нас 2 взрослых, 2 маленьких детей, недели на 3 собраться вообще просто вполне себе хватит вот реально этих 2 ящиков. Хотя я даже об этом не предполагала. А вообще вся эта конструкция сейчас пока еще держится только на болтах и шурупах. Сейчас покажу эту систему ниппель на 8. Вот. Вот вы понимаете, да, почему у меня муж этим занимается, а не я? Ну так вот, в общем, вот система. Болт вкручивается, ну как вы знаете, наверное, да, в дерево, прям туда внутрь, и закручивается шуруп очень плотно. И все это насмерть держится. Вот здесь 1, 2, 3 таких болта. Ну и плюс, конечно же, вся конструкция еще будет склеиваться на клей, покрываться эпоксидом, и, в общем, будет еще больше прочность. Из прошлого кадра, да и сейчас заметно, что у нас провисает крыша, да, то есть вот идет вот это провисание внутри, и мы уже придумали, как мы решим этот неприятный вопрос, но об этом расскажем вам чуть попозже. Как видите, у нас вот наши держалки, да, да, это еще раз говорит о том, что почему у меня муж этим занимается, у меня в руках не держится ничего. Ну так вот, вот они наши, как сказать, палки, держалки для кухни, ножки, конечно же, ножки для кухни, да, то есть вот они вот так выглядят, все, наверное, такие видели, у кого есть кухня, языки, 100% их видели. Что мы сделали? Оп, и будет вам вешалка внутри. Абсолютно стандартный размер, продается в любом магазине, если, в общем, вам нравится идея, ставьте лайк. Далее, здесь у нас вот, возвращаясь к нашему электрическому узлу в прицепе, вот наши провода, мы их уже все вывели. Также вон там уже тоже все профрезеровано. Но вообще про электричество у нас, наверное, будет отдельное, может быть, не одно видео про то, как мы проводим розетки, как чего выбираем, какие будут входы-выходы и все остальное. Это отдельная, длинная и, надеюсь, не будет печальная история, будет, надеюсь, веселая. Вот, сейчас поговорим про двери. Так вот, двери. На самом деле, должна сказать, что у нас уже для многих частей нашего прицепа есть четкий план, как мы будем его делать. Или мы сами додумались, или видео посмотрели, но, в общем, там все, в общем и целом, понятно. А вот двери – это такой интересный вопрос, потому что двери, разумеется, в прицепе – это та часть, которая обязательно должна быть герметичной, да, чтобы они не примерзали, чтобы они не пропускали влажность, влагу, дождь, снег и все остальное. Но добиться этого достаточно сложно. Вот здесь, как видите, у нас вот эта тонкая фанера, да, которую нужно усиливать. Собственно говоря, когда вы хлопнете дверью слишком сильно, не дай бог, вот эта штука может просто вылететь вместе с дверью. И поэтому этот вопрос нужно решить именно в моменте то, как усилить вот эту часть. Мы думаем, если у вас есть идеи, мы более чем рады их выслушать. И будем очень благодарны за конструктивные, в общем, мысли. Вот так, собственно говоря, выглядит дверь. Как вы видите, уже профрезерованная часть для окна кругленького. Окна мы уже заказали, покажем тоже в одном из видео, они супер крутые. Вот, как будем фрезеровать, вставлять и, в общем, что мы с ним будем делать, разумеется, тоже все покажем. Ну, собственно говоря, вот вставляется дверь, да, чик, и закрылась, чик,
и открылась. Одно из решений, кстати, в плане дверного проема, это вот эти резинки. У меня муж очень долго, в общем, искал, выбирал, мы смотрели оконные резинки, какие-то там, в общем, всякие разные, никакие из них нам в итоге не подходили. Нашли вот это настоящая резинка для машины, то есть когда автомобильную дверь вы открываете, да, она прорезинена, соответственно, для тех же самых целей, о которых я сейчас говорила. Вот это, собственно говоря, такая же точно резинка. Ну, то есть, как вы видите, один из вариантов – это вот установление этой резинки сюда. Как чего с дверями в итоге получится, пока точно еще не знаем, но будем думать. Если есть идеи, пожалуйста. Ну что ж, друзья, вот мы с вами внутри снова оказались. Вот так выглядит все, когда человек внутри сидит. То есть вот я рукой вот так достаю до ящика нашего, который, собственно говоря, к потолку приделан. Вот, дальше мы начинаем наше путешествие, надеюсь, не очень длинное, с нашей задней дверью. То есть в следующих видео мы вам расскажем о том, как мы делаем крышку, изолирование и все прочее. Продолжаем работать с кухней. У нас еще нет особо никаких мыслей о том, как мы будем делать рабочую поверхность, то есть то, где, собственно, будет происходить магия яичницы. Вот, и далее мы, в общем, будем также делать крышу, двери, нам еще нужно делать люк, прорезать окна. Я уже не говорю о том, что просто боюсь представить насчет внутренней отделки, матрасов, электричества. В общем, еще достаточно много нужно проделать работы. На самом деле, когда мы начинали этот проект, мы его задумали во время нашего летнего отпуска, ну, летне-осеннего, наверное, скорее отпуска, который вы можете вот здесь посмотреть. И, собственно говоря, когда мы задумывали этот проект, ну, честно говоря, не казалось, что это так сильно сложно, потому что мы смотрели видео, знаете, особенно те, которые на большой скорости показывают, как люди раз-раз и за час собрали себе этот прицеп. И мы подумали, боже мой, что мы не сделаем, что ли? Но в итоге, в общем, оказывается, что работы просто вагон. И дьявол, конечно, в деталях, да, то есть нельзя просто, знаете, тяп-ляп и собрал и поехал. Конечно же, нужно делать много шаблонов, много вырезок, многого мы не знаем, потому что, разумеется, мы не профессионалы. Приходится много смотреть видео, читать, в общем, там, искать разную информацию, подбирать материалы, экспериментировать. Особенно это касается сейчас, на данный момент, именно с клеящими составами, со всякими разными шурупами, болтами и всем прочим. И поэтому это занимает достаточно много времени, ну, по крайней мере, намного больше, чем мы рассчитывали. Посмотрим, как чего будет дальше. Будем вас, конечно, держать в курсе дела, как чего у нас происходит. Спасибо большое, что были на нашем канале. Заходите еще, подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте обязательно комментарии. До встречи, пока!